Ну что ж, добрый вечер, уважаемые участники нашего вебинара. Нас сегодня немного. Ну что ж, лето началось. Я думаю, что есть чем заняться, но все-таки я благодарна тем, которые присоединились. Да, вижу знакомые лица. Некоторых я не знаю, наверное, но надеюсь, что мы как-то познакомимся. Итак, я думаю, можно начать. Не будем больше ждать. И так еще раз приветствую всех вас, которые сегодня собрались. И сегодня я немножко поговорю о том, о чем мы будем вообще говорить. И сегодня, я думаю, не займет много времени наша презентация. Это где-то полчаса, ну, максимум 40 минут. Если будут вопросы, я думаю, лучше задать их в конце презентации. Но вначале я хочу услышать от вас отзыв, обратную связь, как меня слышно и видно, то я говорю, а может быть, меня еще и если поставьте, пожалуйста, плюсики, если все хорошо, я буду уже видеть ваши отзывы. Так, спасибо. Все, спасибо. Значит, все хорошо. Итак, мы начинаем. Приветствую всех еще раз. Еще хочу спросить, есть ли у нас здесь люди, которые впервые присутствуют на таком вебинаре, то есть впервые слышат, будут участвовать в таком вебинаре по теме «Новая транспортная технология». Если есть такие, пожалуйста, поставьте единичку. Если есть такие, да, ну я вижу, что как раз те новенькие, которые и не слышали. Ну хорошо, неважно, важно, что мы пообщаемся, что мы вспомним, если что-то забыли, и порадуемся, что такой проект есть, и что в перспективе это проявится в нашей жизни. Итак, я тогда начинаю. Еще напомню, что если будут вопросы, тогда пишите в чат. Я в конце презентации постараюсь ответить. Также, если что-то пойдет не так, тоже пишите. Итак, что ж, начинаем. Вначале я представлюсь. Меня зовут Йоланта Барткайтиня. Я на протяжении многих лет работала с проектами в транспортной информационной такой сфере. И с 2016 года я участвую в финансировании струнного транспорта Skyway. То есть я являюсь инвестором. И сейчас коротко хочу вас ознакомить, что же вы узнаете и услышите сегодня. То вы узнаете, что такое технология Skyway, преимущества и перспективы развития этой технологии и возможности и выгоды личного участия в проекте. Я думаю, что это самая интересная часть. Она будет в конце. Я коротко познакомлю вас, как вы можете участвовать в этом проекте. А прежде я хочу вообще познакомить вас с этой технологией. Цель вообще этого вебинара вот не только познакомить вас с новыми транспортными технологиями, инновационными транспортными технологиями, но и показать, насколько значимы эти технологии в нашей жизни, в мировой, даже в мировом масштабе. То есть какое значение это может иметь не только в будущем, но это уже проявляется и сейчас. И также очень важно, что вот каждый из нас может участвовать в этом проекте и даже иметь определенные выгоды, а именно как улучшить свою жизнь, как улучшить свое благосостояние.
И так как я на протяжении многих лет работала в транспортной сфере, меня эта тема очень интересует. И я, прежде чем узнала об инновационной транспортной технологии, я думала, что же вообще представляет транспорт в нашей жизни. На каком уровне он сейчас стоит вообще в мире. И такой легкий ракурс, легкий анализ этой темы. Вот такой вопрос, что изменилось вообще в транспорте, ну, например, в последние 30-50 лет. И когда вот я просто такой вопрос себе задала, я поняла, что в принципе, в транспорте инновационных решений как бы и не было принято. То есть после того, как было изобретено колесо, произошел, конечно, большой прорыв в жизни человека, но потом как-то все приостановилось. Вот просто вот здесь я, вот видите, такие очень простые картинки, фотографии разных видов транспорта. И вот посмотрите, вот просто внимательно, остались вот автомобили, остались те же самые четыре колеса, да? А поезд движется по тем же самым рельсам, да? Ну, корабль, конечно, да, тоже по воде. В принципе, самолеты тоже остались такими, конструкция и управление полетами тоже осталось такое же самое. И так как я работала в воздушном транспорте, и конкретно занимались мы безопасностью полетов, я всегда думала, что вот как раз воздушный транспорт, он самый безопасный. Да, в действительности так и есть, если сравнивать с другими видами транспорта. Но все-таки и тут погибают люди, тут погибает тоже много людей. Так что принципы движения транспорта, безопасность, они как бы и не поменялись. А если мы сравним с другими сферами нашей жизни, ну, например, как общение, как финансы, передача информации, мы видим, что очень-очень большая разница в качестве проявления этих сфер. То есть, если сравнивать, вот как я сказала, транспорт, информацию, общение, финансы, транспорт проигрывает, потому что в транспорте вообще не произошло никаких инноваций, так как в то время, когда в информации, в общении, в финансах, эти изменения колоссальные, и они как раз называются инновационные. Мы же знаем, что без интернета сейчас никуда. Общаемся мы с помощью посредством социальных сетей. Это происходит просто в считанные минуты. Да, финансы тоже, они передаются сейчас уже не только цифровые, там электронные деньги, цифровые сейчас деньги. Это тоже происходит вот мгновенно просто. Например, если я заказываю какой-то товар и оплачиваю его быстро, вот сразу же, да, но самого товара я иногда, вот доставка товара иногда просто, ну, затягивается на недели, даже на месяцы. Так что вот, а как раз товары и предоставляет нам транспорт. И вот как раз если говорить об этом, разница, она действительно колоссальная. И вот почему мы начали говорить вообще о перспективах, потому что вот нам как раз нужна эта инновация в транспорте, которая изменит, ну, действительно качественно очень нашу жизнь. И вот я в 2016 году открыла для себя технологию SkyWay. Это концепция надземной транспортной системы. И, как вы видите, это второй уровень, но уже над землей. И вот как раз сейчас я перехожу уже к более такому детальному объяснению, что SkyWay – это инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. И
В чем такие вот три основные преимущества этого транспорта? Что он движется без пробок, потому что путевая структура, она расположена над землей. Это чистый транспорт. То есть его движение не загрязняет нашу среду. То есть этот транспорт работает на электроэнергии, не загрязняя вообще атмосферу. А при том, сама энергия, она как бы вот эта альтернативная чистая вырабатывается для этого транспорта. И также этот транспорт не имеет границ. Что я имею в виду? Skyway технологии можно строить транспорт в любой местности, с любым климатом. Это могут быть и леса, и горы, и какие-то вот около морей, около даже по рекам. На севере, в пустыне, то есть это не имеет никаких, в принципе, границ. И я сейчас перепрыгнула 100 лет назад сразу же, потому что про такой транспорт люди уже думали давно. И я думаю, мы все знаем, что такие писатели-фантасты, как Жюль Верн и другие, они описывали в своих произведениях, книгах такие вот достижения, которые только потом они уже появились в нашей жизни. И вот здесь вы видите картину художника-фантаста, который ее нарисовал 100 лет назад. И здесь видите, вот внизу там какой-то кареты, транспорт, да, а вверху на легких эстакадах движутся такие вот вагончики, которые вот там наверху и не задевают людей и машин внизу. Он говорил, этот художник, что вот все это будет, он как бы предвидел будущее нашей планеты, вообще транспорта. Он говорил, что вот это произойдет через 200 лет. Но все-таки он немножко ошибся, это случилось немножко быстрее. И еще вот что он тоже предугадал, это транспортный коллапс, который, вот если уже мы пойдем дальше, вот эта действительность как раз уже и сейчас и наблюдается в наше время. Так что он ошибся на 100 лет, но имеем то, что имеем, и с транспортом связано многие проблемы, несмотря на то, что транспорт как мобильность, улучшение мобильности человека когда-то играл очень позитивную такую вот роль. И что сейчас произошло? Люди строят дороги, они вторгаются в природу. Природа, конечно, сопротивляется. И вот эта борьба, она не приводит. То есть тут все проигрывают в этой борьбе. И то же самое человек вытесняет из природы и животных, и растения, и уничтожает леса, поля, и тем самым он как бы уничтожает то пространство, в котором сам живет. И для построения дорог нужно вот действительно вторгаться в природу. Надо смещать много грунта, даже взрывать скалы. И все это занимает, и потом все эти дороги, они занимают, просто вытесняют плодотворную почву. Около 20% земли, плодотворной земли, сейчас закатано под асфальт. И как видите, вот как бы развитие когда-то было.
качество, то есть, ну, как бы, позитивное развитие транспорта сейчас перешло уже в такое негативное. И то же самое топливо, которое использует человек для транспорта, оно тоже является ядом для нашей природы. И вот мы сейчас выявляем такие три критические сферы, вот такие самые такие глобальные, конечно, их есть и больше, но самые такие глобальные – это безопасность, загрязнение и скорость вообще как транспорта. И если коротко о всех этих проблемах поговорить, то безопасность, она не является самой, как бы, самой меньшей проблемой. Я думаю, что это самая большая проблема, потому что тут уже погибают люди. И только в автомобильных катастрофах погибает 1,5 миллиона людей в год в мире. Конечно, я как представитель воздушного транспорта, да, я могу сказать, что этот транспорт, ну, как бы, самый безопасный, но тут тоже погибают десятки тысяч людей в мире за год. Транспорт является тоже источником, самым большим источником загрязнения окружающей среды. Даже промышленность уступает транспорту в этой такой пирамиде вверх головой. Вот, и самое вот, как бы, ну, более не такое без, как бы, опасное, но все-таки очень важный такой вот момент в нашей жизни – это скорость. Я уже упоминала об этом. А по сравнению с информацией транспорт отстает уже, не знаю, наверное, на 100 лет. Так что есть проблемы, которые нужно решать. И еще могу добавить, что есть и перегрузка транспортных путей, большие потоки грузов и пассажиров, метеорологические условия, логистика, все это тоже влияет на качество транспортного передвижения. И люди, конечно, они пытались эти проблемы решать уже давно. Они вот, например, пытались поднять саму дорогу на второй уровень, это дорожное такое полотно, вот. Но все заканчивалось тем, что да, дорога поднималась на второй уровень, но она все-таки оставалась той же самой дорогой, но только на таких массивных опорах, которые очень материалоемкие и, конечно, дорогие. И не везде их можно тоже и построить. Вот как такой пример, я думаю, многие знают, и даже, ну, многие говорят, ну вот же существует такой транспорт второго уровня, чего что еще нужно изобретать? Да, конечно, существует. Это вот такой как пример, это в Берлине, трамвай в Берлине, только вверх ногами, как бы эти колесики наверху. И это уже прошлый век, это уже более новая постройка, это Китай. Но все эти дороги, такие вот транспортные средства, которые передвигаются на таком втором уровне, это можно, как бы, не знаю, если сравнить движение вот там черепахи и зайца, например, да, конечно, тут есть разница, это и скорости не те, и энергозатратные эти все транспортные средства. Еще есть вот как примеры вот такая разновидность транспорта, как фуникулеры и канатные дороги с вагончиками, которые движутся по этим канатам. Но вот эти транспортные, как бы, средства, они не являются самостоятельными, у них нету двигателя, и их просто перетаскивают. Так что даже говорить о них, ну, как бы, нету смысла.
И вот мы подошли к тому, что все-таки есть решение, потому что создается транспортно-инфраструктурная отрасль, по потенциалу не уступающая таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. И если уже точнее быть, это Skyway, это транспорт, который решает, а не создает проблемы. Почему? Потому что расположение системы над землей обеспечивает ряд глобальных преимуществ. Это и увеличение скорости, повышение безопасности движения и рациональное использование земли и ресурсов. Так что здесь много преимуществ, и очень важно, что вот как раз теперь, в наши времена, это создается вовремя, такой транспорт, потому что если еще подождать, мы бы уже не избежали многих таких необратимых ситуаций на Земле. Это струнный транспорт, и вот сейчас я просто хочу сравнить, вот не то что сравнить, просто показать, насколько могут быть использованы струны, и которые вообще человек уже, ну, использовал давно. Вот то же самое, вот это ванты, которые держат мосты. И вот рядышком здесь фотомонтаж, конечно, рядышком здесь идет трасса струнного транспорта. Так что вот эти струны могут использоваться и в путевых структурах вот этого струнного транспорта. А на основе рельса путевой структуры является струна рельс, называется. И здесь вот видите сечение этой струны, этого рельса, рельса, в котором расположены изначально натянутые струны, которые расположены внутри этой трубы, и эта труба вот она наполнена специальным бетоном, который придерживает эти струны. Это, конечно, очень такая, ну, очень общая картина. А, конечно, вся технология действительно очень сложная и инновационная. Но самое главное, что эта струна, она является самой вот такой вот основой этой технологии, и она выдерживает действительно очень тяжелые эти электромобили, которые движутся по ним. И еще такая вот особенность этих струн, этих рельсовых струн, это то, что по ним могут тоже передаваться не только вот по ним могут ехать транспортные средства, но по ним могут передаваться по специальным таким встроенным кабелям, каналам, извиняюсь, электричество и интернет. То есть эти струны могут струнные рельсы могут служить и для передачи электричества и интернета. Вот здесь вы видите эти струны уже реальные, это фотографии сделанные на выставке, где как раз представлялся этот транспорт. И, как видите, это небольшие такие вот, то есть не громоздкие какие-то конструкции, это очень изящные такие легкие конструкции. И они бывают, эти путевые структуры, они бывают трех видов, трех типов. Это гибкие, гибкие, вот это, которое наверху, то есть, извиняюсь, которое внизу, полугибкое, да, как раз полужесткое или полугибкое наверху и жесткая структура, которая посередине. По предназначению они разные, по ним могут двигаться разные модели струнного транспорта. Какие преимущества этой транспортной системы?
уже мы обговорили то, что это скорость, да, и мы экономим время, и не только потому, что эти транспортные средства, они быстрые, еще и потому, что само движение транспортных средств, оно автоматизировано, и поток, то есть поток этих транспортных средств может быть очень большой, и пропускная эта способность очень большая. То есть еще комфорт, да, комфорт действительно обеспечен очень хороший, потому что обдуманы все потребности человека, даже как бы вот то, что мы имеем на Земле, эти все такие вот, может быть, детали, которые неудобные, они сейчас вот в этом транспорте они решены. Конечно, транспорт экологичный и, конечно, безопасный. Так что вот то, что мы и говорили раньше, вот это все этот транспорт решает все эти проблемы. Вот экологические, социально-экономические проблемы, связанные с неэффективностью транспорта в наше время, вот это все как раз и складывается, вот этот комплект. И если так уже очень коротко, вот здесь вы видите всю, как бы, весь пакет, весь такой комплекс таких вот, не то что вот составляющих, но просто вот из чего состоит вот все основные такие детали этого струнного транспорта. Вот как и здесь вы видите, это струнный рельс, это как бы основа всей этой струнной эстакады. И вот это вот все поднимается над землей. Сам электромобиль, который обходится без человека, это все, это передвижение этих электромобилей, оно автоматизировано, это управляется автоматически. Есть много модулей, то есть один за другим могут двигаться эти электромобили и составлять как бы вот такую модульную систему. То есть если вот в часы пик, их можно поставить больше или поменьше, если это уже нету такой потребности. Ну вот и там уже внизу, в правом углу, это уже показано, как это все управляется, то есть вся эта интеллектуальная система управления. И что вот очень еще важно, я хотела отметить, что электроэнергия, которая обеспечивает движение транспорта, она вырабатывается, как бы это чистая, это альтернативная энергия. И поэтому уже здесь мы не говорим о том, что вот, например, если вот сейчас продвигаются это электромобили, которые используют наше стандартное обычное электричество, которые для выработки которого все-таки используются такие источники, которые, ну, все-таки загрязняют нашу среду. Сама эффективность движения, она обеспечивается за счет того, что само транспортное средство, оно движется на втором уровне, то есть обтекание самого транспортного средства, оно, ну, не имеет как бы преград, и поэтому аэродинамические показатели здесь достигнуты такие, которых еще на Земле не существовало. И вот, как видите, это реальное фото, это уже скоростной юнибус, который еще тестируется, но, как видите, и форма, и сама позиция вот транспортного средства, он как бы в воздухе, да, позволяет достигать действительно больших скоростей.
Это уже другие транспортные средства, это юнибайки, унибус, их есть несколько моделей, и все они движутся безопасно, потому что на них устроена противовосходная система. И это очень важная деталь, потому что многие спрашивают, как же можно двигаться на втором уровне по таким вот струнам, рельсам, и где гарантия, что вот транспортное средство, оно не упадет. Да, вот действительно, здесь существует очень технологически высококачественная выработанная противовосходная система, которая обеспечивает вот эту нам безопасность. Если сравнить другие транспортные отрасли и другие виды транспорта, то мы видим, что вот в этих колонках зеленый столбик, это обозначает как раз Skyway технологию, струнный транспорт, и вот капитальные затраты, эксплуатационные расходы, расходы энергии, пропускная способность, загрязнение окружающей среды, аварийность, это все транспортные, другие виды транспорта действительно проигрывают нашей новой, этой инновационной технологии. И мы подошли к тому, что все-таки кто создал этот транспорт, и я думаю, что все ну, может быть, все не все, но может быть, многие согласятся с тем, что все-таки что-то инновационное, новое, действительно кардинально новое могут создать просто люди, которые мыслят иначе, то есть мыслящие иначе создают что-то новое. И если так стандартно мыслить, как говорится, ум так настроен, что если он опирается только на опыт прошлого, он не построит ничего нового. А если ум открывается каким-то информационным потоком или что-то каким-то таким вот, не знаю, что тому новому, вот тогда появляется в мир появляется что-то действительно новое. И это создатель, генеральный конструктор, ученый, бизнесмен, то есть открывший много-много таких новых идей. Это Анатолий Эдуардович Юницкий, который написал более 150, то есть сделал более 150 открытий, написал более 200 научных статей, он руководитель двух ООН проектов, автор нескольких монографий. Вот, и он 40 лет как продвигал эту идею нового струнного транспорта, и только 5-6 лет где-то назад вот его идея начала воплощаться в жизнь. Сама технология, она имеет множество наград, имеет множество патентов, около 83 патента в 18 странах, как я говорила, много наград. И сама технология, она показана, представлена была уже в 19 международных выставках. И имеется очень большой интеллектуальный и технический потенциал, в рамках которого создается, продвигается, производится, сертифицируется, тестируется и усовершенствуется эта технология. Это и собственные конструкторские бюро, которых сейчас насчитывается бюро и подразделений, насчитывается тоже больше 80, 80
Здесь работают больше тысячи высококвалифицированных специалистов, действительно отобранных, лояльных и действительно очень-очень усердно работающих на эту технологию. Само производство, оно уже расположено на площадях, которые составляют больше 10 тысяч квадратных метров, и это все расширяется постоянно. Сама технология, она основана, то есть производство, оно основано на высоких технологиях, то есть оборудование, программы, самые-самые передовые, как раз здесь они и используются. Тоже очень важно, потому что то, что я хочу сейчас отметить, потому что очень многие спрашивают, вот я не верю, говорит, ну вот, а кто-то же там что-то делает, да? Но когда производство, когда все процессы, они сертифицированы, они сертифицированы по самым жестким стандартам, имеют сертификаты ISO и там много-много других, которые очень важны для такого производства. Я думаю, что это уже нету, как бы такие вопросы отпадают. На этот момент уже разработано и сертифицировано больше 10 транспортных моделей, из которых половина уже сертифицирована. И это и пассажирские, и грузовые некоторые транспортные средства. Уже те, которые побывали в Белоруссии на экофестивале и могли уже прокатиться на этих сертифицированных транспортных средствах. Здесь вы видите, конечно, тут немножко мелко все видно, но здесь вот как раз этот модельный ряд транспортных средств, которые вот по правой стороне они просто картинки, а по левой стороне они уже реальные, уже существующие и некоторые уже сертифицированные. Вот здесь тоже разные модели, Unibike, Unicar. И что сейчас вообще в этом проекте? Какие планы? То есть вот здесь вот видите такие три фазы. И на первой фазе этого проекта планируется продвигать грузовые транспортные комплексы, на второй фазе пассажирские и потом уже высокоскоростные транспортные комплексы. Если анализировать рынок, то очевидно, что спрос на транспорт нового поколения очень высок. Почему? Потому что растет количество населения, такие уже явные процессы урбанизации. И что вот важно для человечества вообще, то, что загрязнение, оно не уменьшается. Погибают люди в авариях. И это никак не... То есть, насколько мер было принято для того, чтобы уменьшить аварийность, это не работает. Это только косметические меры. Результаты косметические такие. Тоже растущий трафик автомобильных и других транспортных средств. И еще социальный дискомфорт, потому что в таких условиях просто люди, ну, это вот то, что вот мы сейчас посредством социальных сетей мы можем общаться, вот, а если взять вот движение, мобильность человека, оно просто усложняется в эти времена. Практически этот проект реализуется сейчас в двух местах.
Это экотехнопарк в Марьиной Горке, Белоруссии, где вы, как и видели, там производится конструирование, проектирование, производство, сертификация и тестирование и усовершенствование этого транспорта в конструкторских бюро, на заводе. И вот это как раз то место, где этот транспорт испытывается на таких как бы более северных условиях. Второй инновационный центр Skyway, это уже строится в Шардже, в Объединенных Арабских Эмиратах. И там уже создается транспортный комплекс, который уже можно использовать в тропических условиях. И вот эти два таких очень разных таких центра, где испытывается и производится вот транспорт, струйный транспорт, это показывает, что использовать его можно будет уже реально, не то, что вот только вот предполагать, но уже и использовать можно будет в очень разных регионах мира. Так, пропал. Это небольшой такой ракурс в эти центры, в эти парки, технологические парки. Здесь вы видите Марьина Горка, это Белоруссия. Этот парк, технологический парк, экотехнопарк начался строить в 2015 году. И здесь вот видите, как он выглядел в 2016-м. И как он выглядит сейчас, уже 19-й год, когда эта была фотография сделана, он уже даже неузнаваем. Вот здесь вот можно там видеть эти все разновидности путевых структур, все окружение, там эти сады, огороды, то, что вот показывает, что вот транспорт и природа, они могут быть в гармонии и сочетаться с друг другом. А здесь как раз уже другой регион, это Объединенные Арабские Эмираты. И вот совсем другие условия, пустыня и специально изготовлены уже эти реальные машины, изготовленные как раз для использования в условиях тропиков. Вот. А здесь уже такой, это фотомонтаж, конечно, но я думаю, что в недалеком будущем мы увидим это в реальности, потому что руководители Арабских Эмиратов, они поддерживают этот проект и хотят видеть и такие вот трассы и транспортные средства у себя дома. И если так немножко посмотреть в будущее, так в будущем, в перспективе намечается создать мировой центр Skyway в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах. А еще больше, если заглянуть в будущее, но я думаю, не очень-то и далекое, это постройка линейных городов, в которых основой будут как раз эти транспортные системы Skyway. Вот, это будет и соединят эти системы и города, и пригороды, и даже страны. И вот в конечном уже пропала картинка. И в конечном счете уже намечается вот Транснет, это транспортная коммуникационная сеть, которая уже способна будет удовлетворять весь спектр коммуникационных потребностей человека. Вот это будет комплекс и транспорт, и энергетика, и коммуникация, и это все будет в одной платформе, и вот
Есть, можно так сказать, что это изменит качество жизненной инфраструктуры вообще человека. Тоже, если так немножко еще посмотрите сбоку, в этом же проекте, как не то что побочное явление, просто как бонус такой, строятся экологические дома. Это вот как раз эти дома, которые могут очень хорошо существовать в этих линейных городах. Также уже есть подписаны меморандумы о взаимопонимании и воплощении в реальность некоторых проектов, это грузовых линий, пассажирских линий. И есть уже, если все обобщить, этот транспорт, он является действительно инновационным не только потому, что он надземный, скоростной, безопасный, экономичный, легко интегрируемый, экологически чистый, если все это отдельно взять, но в комплексе вот это все, если соединить, это действительно инновация, которой я говорила в начале, и которой как раз не хватало именно в транспортной отрасли. И если вот это все соединить и с теми сферами жизни нашей, жизни как информация, общение, финансы и все другие, вот тогда действительно наша жизнь станет инновационной. И сейчас настало время как раз поговорить о том, как лично вы, которые если еще не участвуете, как лично вы можете участвовать в таком проекте, то есть какие шаги надо сделать и какие выгоды, какие вот перспективы вы можете иметь, если будете участвовать. Конечно, перспективы, они зависят от того, насколько успешно будет реализован этот проект. И здесь вы видите 15 этапов. То есть весь проект, вся реализация проекта, она разложена по 15 этапам. Сам проект он начал реализоваться в 2014 году, и сейчас мы уже находимся на 14 этапе, уже как бы прямая финиша уже, находимся на прямой финише. И можно сказать, что уже самые большие точки риска в этой линии, они уже пройдены. Сейчас уже осталось такой вот, можно сказать, временной только риск. Надо отметить, что это венчурный, это долгосрочный проект, который какую-то, скажем, пользу и выгоду он принесет не так скоро. Надо это понимать, и надо понимать, что вот я как и говорила, что это зависит от успешной реализации самого проекта. Что мы можем иметь при успешной реализации проекта? Это дивиденды. В случае успешной реализации коммерческих проектов в разных странах вы сможете получать дивиденды, часть прибыли от проектов компании. Тоже обратный выкуп долей, то есть руководство компании может объявить обратный выкуп долей, и это уже была такая возможность в 2018 и 2020 годах. Тоже то, что вы приобретете доли, если вы становитесь участником этого проекта, вы становитесь совладельцем технологий, вы становитесь обладателем долей компании, которых вы можете передать как наследство.
Вот это ваша собственность, и вы сможете передать их по наследству своим детям и внукам. И если компания выйдет на биржу, так текущая стоимость долей во много раз, конечно, будет выше номинальной. И в этом случае, конечно, вы можете их продать или поступить как-то иначе с ними. И если вы считаете, что вы хотите участвовать в финансировании этого проекта, потому что финансирование проекта происходит путем краудфинансинга, то есть путем народного финансирования, вы можете обратиться к тому человеку, который вас пригласил, и он вам объяснит, как это лучше сделать. Тогда вы уже решите. А заканчивая, я уже хотела просто обобщить все, что здесь рассказала. И то, что вот когда была только идея, и эту идею внес в мир, в жизнь один человек, идея стала проектом, когда этого одного человека, Анатолия Эдуардовича Юницкого, поддержала команда. Команда, которая воплотила его в мечту, в реальность, и это превратило в технологию. А когда технологию заметил мир и оценил ее по уже достоинству, это уже превратилось в бизнес. То есть появилась возможность говорить о том, что это может быть как бизнес и для компании, и для каждого из нас. И в конце концов я уже могу заявить, что вот эта первоначальная идея, она сейчас превратилась уже в явление мирового масштаба, потому что это затронет каждый уголок нашего мира, каждого человека, потому что эта технология придет в каждый дом, и просто она может войти в каждый уголок нашего мира, потому что у нее такая технологическая способность есть. И я думаю, что еще поясню, уже очень так как бы совсем коротко. Мы говорим на этом вебинаре, мы говорим о проекте, в котором вы можете участвовать. А этот проект является тем, что вот это создание струнного транспорта как полноценной транспортной отрасли, которая уже создана с целью ее вывода на мировой транспортный рынок. И чтобы вот лучше понимать, это вот мы участвуем не только в создании транспорта, это уже целая транспортная отрасль. И если будут еще вопросы про будущие вебинары, если вас заинтересует, если вы хотите кого-то пригласить, то здесь расписание вебинаров на июнь этого 2020 года. И если это вам интересно, вы можете как бы это сфотографировать или записать себе на заметку. Так, я думаю, здесь мы не будем останавливаться больше. Если будут вопросы по участию в этом проекте, вы можете как раз обратиться к человеку, который вас пригласил. И я благодарю вас за внимание. Это, как всегда, это занимает немножко больше времени, чем ожидается. Ну что ж, спасибо вам за терпение. Если есть какие-то вопросы, да, еще можете задать. Если я пока оставлю эту информацию. Вот. Ну что ж, если все вам понятно, спасибо вам за внимание. И я надеюсь, что не наскучила вам здесь.
Все, и тогда я с вами прощаюсь.